Значит, я вас, уважаемые товарищи, поздравляю с началом занятий в новом семестре, во втором семестре 2015-2016 года. Сегодня первое занятие 2 февраля 2016 года. Мы постепенно двигаемся вперед, изучая, студируя науку логики Гегеля. Мы это, во-первых, те, кто здесь непосредственно присутствует, во-вторых, кто здесь непосредственно не присутствует, но смотрит это видео и самостоятельно читает. Таких людей много в России, мы знаем, по крайней мере сотни. По крайней мере сотни, потому что по данным, которые мы видим, по просмотрам кружка, значит, 200, 300, 400, а некоторые занятия около 1000 человек посмотрело. Это, в общем, конечно, говорит о том, что вот такая картина, которая была долгое время в России, в СССР, когда отдельные единицы, можно сказать, гуру, считалось, что читает, а потом выяснилось, что вот последний, кто читал, это Ленин, кто изучил, ну и еще некоторые отдельные философы, которые ограничились тем, что они почитали, и, так сказать, дальше в широкое обращение, это то, что прочитано, не направили. То есть ситуация сейчас изменилась, поэтому и требования к нам повышаются, мы должны продолжать изучать, продолжать разбираться. И самое главное, что мы с вами уже усвоили, что такое сложное. Да? Константин Константинович, что такое сложное? Что такое свойство? Сложное. Сложное. Сложное, сложное это... сложенное из простых. Из простых, да, предложений. Совершенно правильно. Не надо лишних слов. Сложное – это сложенное из простых. Вот постепенно мы видим, что по мере движения, по мере изучения науки логики, мы видим, что сложность категории возрастает. Что это означает? Это означает, что каждая категория является новая, является снятием категории предыдущей. Что такое снятие, мы тоже все знаем, да? Вот Валерий Александрович, я не сомневаюсь, что он скажет. Удержание с отрицанием. Отрицание с удержанием. Это отрицание с удержанием. Отрицание с удержанием. То есть вот важно не перевернуть тоже. Все-таки происходит какой момент? Идет отрицание. Но в этом отрицании вот, диалектика не принимает такого отрицания, которое является зряшным, уничтожением, просто полным, превращением, так сказать, в пустоту того, что было до этого. Это что значит? А что она удерживает? А все и удерживает. То есть, на самом деле, вот каждая следующая категория, которую мы получаем, она представляет собой результат всего движения, начиная с чистого бытия. Но результат должен быть взят вместе с процессом. Вот на этом Гегель настаивает. Диалектика требует... С процессом и с движением. Процесс – это не то слово. Вместе с движением к нему, да. Результат вместе с движением к нему. Из капитализма к социализму. В том числе люди, которые представляют себе значит, социалистическую революцию таким образом, что вот капитализм рухнет, причем будет полностью уничтожена промышленность, сельское хозяйство. Ничего не будет на земле. И вот воцарится социализм. Какой будет? Ну, будет первобытный коммунизм. В этом случае, если бы было так. Поэтому, скажем, некоторые негативно смотрят на то, что вот строятся какие-то заводы. Говорят, они же капиталистические. Строятся предприятия. Расширяется производство и так далее. Но автомобили под вопросом. Надо понимать, автомобили – это предметы потребления. Легковые. Это не машиностроение, так сказать, это не основа экономики. Бывает. В основе экономики лежит, как известно, производство средств производства для средств производства. Для средств производства. И если вот есть такое деление на первое и второе подразделение, первое – это производство средств производства, а второе – производство предметов потребления. А еще в первом подразделении имеется деление на группу А и группу Б. Группа А – это производство средств производства для средств производства, а группа Б – производство средств производства для предметов потребления. Если у нас будет машиностроение только для производства автомобилей, то это будет машиностроение как раз для предметов потребления. И не будет у нас того машиностроения, которое составляет, так сказать, самое ядро экономики. Вот это надо понимать. Но мы сейчас говорим уже, так сказать, о примерах. А я бы хотел подчеркнуть, что вот всякая следующая категория является снятием предыдущей, или, как иногда Гегель пишет, и, можно сказать, каждый раз пишет, когда переходит к новой категории, что вот он все вроде бы объяснил, вот мы наконец как члены кружка усвоили эту категорию, а потом вдруг считаем, что а истина этой категории вот потом, в следующей категории. То есть эта категория как бы уже не истинная. Почему? Потому что действительно всякое более высокое развитие – это истина предыдущая. Это мне напоминает высказывание Энгельса по поводу того, что анатомия человека есть ключ к анатомии обезьян. То есть, если вы хотите понять какие-то моменты в развитии обезьяны, то они там только начинаются, а у человека это вот в развитой форме присутствует, и можно это увидеть. Поэтому обратный как бы ход идет, в известном смысле исторический, по происхождению. Таким образом, ничего удивительного, во-первых, в том, что сложнее происходит изучение, труднее. Ну, потому что сложное вообще труднее изучать, чем простое, как вы считаете? То есть, если бы вот было бы наоборот, то мы бы должны были удивиться. Поэтому это не должно нас расстраивать, это должно нас настраивать на то, что если нам становится труднее, это просто говорит о том, что мы пришли к более сложным вещам. Более сложным вещам. Например, завершение социалистического строительства тоже было более сложное дело, чем НЭП. Согласитесь? И вот Сталин говорил, что при завершении социалистического строительства классовая борьба обостряется. Это не так, что все более гладко, все более просто. Ну вот, скажем, те слои и классы, которые рассчитывали на то, что само собой упадет советское руководство и социализма не будет, поэтому они даже решили не мешать большевикам, пусть строить, ничего все равно не получится. Когда они увидели, что получается, они пошли в последний решительный бой. Было вот такое обострение. Но это так в истории. А что такое логика? Логика в известном смысле на философском уровне отражает всякое развитие. В том числе вот то всеобщее, что есть в развитии. По мере развития усложняются эти категории. А раз усложняется, то значит это нам задачу тоже упрощает. Мы знаем, что вот любое положение, которое мы сейчас исповедуем, и которое мы относили там, в данном случае к количеству, оно тоже должно быть взято потом с отрицанием. Правильно? А какое у нас было главное утверждение о количестве, вот, Кирилл Валерьевич? Что такое количество? Количество снятое качество. Это вы, а качество это снято предыдущее, и так мы поедем. Все-таки количество, ну так а в чем это снято из качества состоит? Качество у вас дошло до чего? До конечного, да, до ограниченного, до единства конечного и бесконечного, а в бесконечном эта граница как бы растворилась. Да? И в бесконечном есть конечное. Нету такого конечного, который составляла бы реальность. Бесконечная есть реальность, а конечная лишь идеальная в этом бесконечном. То есть вот какая картина была. И нету этой границы. Вот безразличная граница – это характеристика количества. Это такая определенность, которая безразлична к границе. Нет у количества границы. Вот с этим мы приступили к изучению количества, то есть определенность или такая граница, количество, такая граница, которая является безразличной. Вот, дескать, я могу поставить эту границу, но могу и передвинуть. А насколько угодно. Это очень хорошо делают те, которые залезают, так сказать, к другому на участок, когда они передвигают заборы. Говорит, такая граница, она становится безразличной. А если вы возьмете, например, закон о земельных ресурсах, то там даже предполагается, что можно передвигать на 1,5 метра каждый год, и это ненаказуемо. Ну, некоторые деятели, там где 1,5, там и 2,5 передвигали. Вот мы видели, как в разливе лидер Тамбовской группировки Барсуков в Кумаре каждый раз отодвигал границу, которая шла ближе к озеру, разлив. Но он, конечно, отодвигал сразу на 5 метров, поэтому у него, скажем, такие были кирпичные стены, которые были перпендикулярны к Советскому проспекту. А это была деревянная такая, плохой такой деревянный забор. Они его как бы каждый год переделывали и настраивали эти каменные стены. И так и двигались, пока его на грузовике, в котором сидел целый субботом, он не увезли в Москву, поскольку в Ленинграде его судить нельзя, потому что не гарантирует безопасность суда. И, так сказать, на этом движение остановилось. А так вот движение шло. Значит, возвращаемся. Что такое количество? Это такая определенность, которая границы безразлична. Вот это ее характеристика. Граница, которая есть безразличная граница. То есть можете туда-сюда ходить, так сказать, она ничего от этого не меняется. Вот когда мы это все усвоили, а мы это, в общем-то, усвоили. Хотя я сегодня спросил, и вот не получил сразу ответа. Тот, кто знает больше, приходит позже. Потому что ему не надо начала. Они продвинутые люди. Без этого не может. А вот Степан Степанович, он не может без того, чтобы взять и прийти хоть на 10 минут, но позже. Вот сейчас поставили вертушки у нас в университете, и так просто уже у меня не получается. Вот. Так вот, мы уже вроде как с этим жили, привыкли, усвоили, уже стало легко, да, вот количество, безразличная граница, можем примеры всякие читать, разбирать. И вот в чем смысл того, о чем пишет Гегель вот в этой части, когда есть там тьма примечаний разных, связанных с математикой, с прямым, обратным, степенным отношением, там еще дифференциальные, интегральные исчисления упоминается, вот, и производные там, и первообразные, хотя она не называется первообразная функция, как сейчас математика, а первоначальная, но смысл тот же. И известные фамилии известных математиков фигурируют, Барроу, если теорема Барроу, всем известная, значит, Ньютона, Лагранжа, Кавальери, Декарта и так далее. Вот этот раздел Ленин пропустил, поэтому если кто из членов кружка это не будет читать, ну, будем считать, что он по-ленински не продвинулся в этом отношении больше, чем Ленин. Не продвинулся больше. Ленин говорит, темна вода, и пошел дальше. И в каком-то смысле он прав. То есть никто же не говорит, я, например, всем советовал, если вы чего-то не понимаете, то что нужно сделать? Ну, читайте дальше. И дальше не понимаете. Потом увидите, что что-то начинаете понимать. А дальше еще самое понятное будет в конце науки логики, да? Что есть абсолютная идея, это единство теоретической и практической идеи. Теоретическая идея – это идея отражения мира, практическая идея – идея его преобразования, а единство этих двух идей – это абсолютная идея. Но это прямо как изображение, так сказать, партии в ленинском понимании. Партия – это соединение научного социализма с рабочим движением, да? Просто, так сказать, что тут еще тут нужно, в чем тут сложность? То есть, если вы не понимаете в начале, не понимаете в середине, в конце не понимаете, то в самом конце вам все будет понятно. Так что это должно как-то греть и такой луч света давать в этом трудном деле. Так вот, в чем там, вот я должен сказать, что я это вот читал, ну, можно сказать, уже больше, чем 40 лет назад, в 1958 году, всю эту часть, и вот снова перечитал в связи с нашими занятиями. И хочу сказать, что над чем бьется тут Гегель, вот хочу обратить ваше внимание, почему это так долго, и он бьется над тем, чтобы показать, как в количестве снова проступает качество. Ведь объявлено, что количество безразличная граница, значит, тут нет границ. И он показывает, как, откуда она снова появляется. То, что оно появится, я думаю, в этом мы легко поверим. Почему? Если количество – это снятое качество, как вот некоторые здесь уже успели сказать, и сразу пальму первенства уже у них, и, так сказать, тут спорить не о чем. Вот. А раз количество – это снятое качество, значит, качество должно в нем есть, правильно? А раз оно в нем есть, ну не может быть такого, чтобы оно никак себя не проявило логически. Не может такого быть. что вот только бы повторяли одно, что безразличное, 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 и все. То есть, потому что движение вперед есть в то же время и возвращение назад. Ну, для того, чтобы пойти вперед, что нужно сделать? Ну, надо найти какие-то опору в том, что у нас было предыдущее. Вы не можете пойти вперед, просто пойти в никуда. Значит, вы должны оглянуться и опереться на то, что было. Вот. И вот мы, видя, что качество мы достаточно в развернутой форме изучали, и несколько лет уже изучали, ну, скажем, что перейдя к количеству, мы что, это все потеряли, или это на самом деле надо понимать, что это есть и в количестве, но оно должно себя проявить. И вот там длинная очень дорога, через все примечания, а эти примечания очень большие. В них там Гегель решил повоспитывать ряд математиков, которые непоследовательно действуют, вот, и продемонстрировать, что, так сказать, он разбирается в этих вопросах. И на тот момент очень даже неплохо, надо сказать, очень даже неплохо. Я еще не, ну, кроме академика Александрова, еще ни одного не знаю математика, который бы, так сказать, на эту тему, так сказать, читал у Гегеля и, так сказать, в этом особенно разбирался. А академик Александров по этому поводу ничего не сказал. Вот. Так что тут вот такая с этим ситуация. О чем там идет речь? Там идет речь о том, что пока вы берете вот это самое, когда вы берете это количество, вы в конце концов это количество развивается и приходит к определенному количеству. Какие там моменты? Сначала мы уже с самого начала знаем, как осуществляется переход вообще количества. Это для себя бытие, у него нет никакой границы, значит, это некое одно. А раз оно никакой границы не имеет, то что одно, что два, что три, нет никакой границы между одно и другим одно. Одно и многое. Это, так сказать, эту операцию или эту логическую вот, линию или логическое это движение, которое как бы самопроизвольно получается, Гегель называет отталкиванием. Не в том смысле, что здесь какая-то физическая картина, что значит одни атомы отталкивают другие. Это он тоже говорит, что это в физике так проявляется, а здесь никакой физики нету. Нет, раз нет границы. Ну вот вы возьмите, например, пойдите в пятерочку и прежде чем наберите там продуктов и потом отрежьте донышко, которое является границей, которая не позволяет падать вашим продуктам. Ваши продукты упадут. Куда они упадут? Ну, куда? Где вы находитесь, туда и упадут. То есть они не останутся у вас в пакете, если нет границы. Только границы их уйдет. А граница безразличная станет. Вот представьте себе, чтобы сделали новый мешок, у которого граница, так сказать, была бы. Но она бы двигалась туда. То есть она как бы есть на серединке, туда кладешь, она ниже, 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 и когда еще больше положишь, она падает, и все падает. Но если безразличная граница, значит одно переходит в много. Отталкивание. Кстати, когда падает, то то, что падает, отталкивается от того, куда оно падает. Правильно? Тоже происходит отталкивание. Разрывает. Но это другой вопрос. Это у вас две мысли. У меня только одна. Но это две мысли. Это много. Отрывается. Это много очень мыслей. Много мыслей не надо. Нам это до одну мысль не усвоить. Вы что? Нет, и отрывается, можно сказать. Короче говоря, вот это вот движение одно и много. Потом мы видим уже, что это уже единица, что там есть непрерывное и дискретное, когда вы берете количество. Но количество состоит из этих одно. Вот то одно, которое любое можно взять за одно, правильно? Возьмите вот числовую ось. Любой кусок, который вы взяли, вы можете считать это одно, а все остальное вот из этих одно состоит. Хотите из единиц, хотите из двоек, хотите из троек, хотите из пятерок. Почему есть даже есть разные системы счисления, там есть двоичная система, мы пользуемся десятиричной, все через десятка единиц, а все остальное вот через эти десятки и так далее. И, короче говоря, вот все, так сказать, некое. Потом получается, что есть еще такие числа, которые, они, так сказать, даже бесконечно много раз их брать надо, и никак нельзя остановиться, скажем. Есть бесконечные десятичные дроби, которые никак не выразишь каким-то рациональным числом, да, конкретным числом, что-то столько и все. Вот они так и продолжаются. Там число пи. Вот нас, кто учился на матмехе, нас учили, как запоминать, сколько этих, хоть первые там необходимые для всей, на всю жизнь количество знаков, которые нужно знать, чтобы не лезть ни в какие словари там. Это я знаю и помню прекрасно, пи многие знаки мне лишний напрасно. Вот по числу букв в этих словах вы можете писать 3, 1, 41, 5, 9, 2, 3. И этого вот так хватает для всех расчетов. Кому нужно точнее, то уже без стихов. Это, пожалуйста, сами тогда решайте. Вот. Что брать за единицу, что брать за численность, это безразлично. Можно такое взять, можно такое, но есть численность, это вот сколько раз вы берете, а есть единица. И, так сказать, вот это вот безразличное движение устроено так, что есть уже вот некая пара, единица и численность. И вот дальше Гегель разбирает, значит, начинаем мы смотреть, что тут есть непрерывность, потому что они хоть и какую-то дискретность вы берете, но что 10 отделено от соседней точки на соседние. Соседняя точка есть у точки напрямую, количественная точка есть у какой-то точки соседняя. Как вы думаете, Константин? Вот есть точка напрямую, соседняя точка есть? Есть. Нет. Нету. Нету. Но если возьмете другую точку напрямую, как сколь угодно близко, то вот этот отрезочек, который, или просто этот интервал, который у вас, он по, как бы по мощности, мощность имеется в виду, что вот если мы сопоставим все точки прямой и все точки этого отрезочка, они как раз все уложатся. То есть он ничем не хуже по своей бесконечности, чем вот эта бесконечная прямая. И поэтому, скажем, есть такая вот книга Боревич-Шафаревич «Теория чисел» вот такой толщины. Вот такой толщины. И все это там, что творится на этой прямой. Никуда они с этой прямой не уходили, доктора наук, профессора, вот, книгу написали. Это, то есть, целая теория. Но мы туда особенно не заглядываем, вроде бы нам не надо. Но надо понимать, что нет никаких соседних точек. От точки этой до следующей точки бесконечно много точек. И нигде они не разделены. Никак не разделены. То есть, если вы их будете рациональные числа брать, то да-да-да. Их конечные тут между этими. Их бесконечно много на всей числовой оси, но между двумя точками, конечно, рациональных чисел там будет. Хотя тоже я не уверен, да, Григорьевич? Конечное число рациональных чисел, может быть, тоже нет. Рациональных дробей там может сколько угодно. А? Тоже бесконечно. Иначе они не будут одинаковы. Тоже бесконечно, даже рациональных, а уж просто всех действительных чисел. Сколько угодно. Короче говоря, вот эта непрерывность и дискретность выступает не как два, что есть отдельные дискретные числа, они живут сами по себе. А есть некие непрерывности, некая непрерывная вот ось такая, на которой все это количество происходит, и что это все вот совершенно изолировано от дискретного. Нет, вот здесь мы встречаемся с тем, что уже изучили. Что мы изучили? Момент. А что такое момент? Это то, что, так сказать, существует не отдельно от другого, от противоположного, а с этим противоположным неразрывно связано. Что одно не мыслится без другого, не есть без другого, оно нельзя его... непредставимы без другого. Только всякое представление одно без другого неверно. Вы тогда разрываете эти моменты, получается у вас части там, элементы, что угодно. Потом элементы и структура. Вот что делает этот так называемый структурализм философский, который, значит, является просто врагом диалектики. Он вот эту грубую схему, которая может быть применима для кристаллов, да и то на том уровне, когда их используют для того, чтобы обтачивать что-нибудь. А вот когда вы возьмете их внутреннюю структуру, если там вы будете брать уже молекулы, атомы, как вы там их разделите? Там они никак не разделяются. Поэтому вот эта непрерывность и дискретность в единстве. Дальше, после этого, начинается рассмотрение такое Гегелем. Я просто обращаю ваше внимание, вы будете этот раздел изучать, он большой, обширный, много там непонятного, но я вот такие узловые пункты вытаскиваю. Интенсивное и экстенсивное количество. Экстенсивное – это вот много, расширение количественное. А интенсивное – это вы берете, так сказать, какой-то отрезок, вот все, что внутри, это интенсивное количество. А вот если это брать за единицу, то вот эти много единиц, одно и многое дают экстенсивное. Ну и интенсивное, есть в себе тоже и экстенсивное, потому что там точки есть, их много. А экстенсивное, оно же из единиц получается. Вот там интенсивное предполагается. То есть никак не разорвать. То есть, видите, какие уже получается? Одно и многое. Непрерывное и дискретное. Экстенсивное и интенсивное. И, наконец, ну, вот берем какую-то вот, величину. Величину уже когда берем. Уже берем величину. И это уже не просто количество. А мы где-то, вот, несмотря на все, что мы можем двигаться куда угодно, и как угодно, мы где-то остановились и берем величину. Границу поставили. Как поставили? Произвольно. Потому что она безразличная же граница. А раз безразличная, почему нам ее не поставили? Если безразличная, это ваша территория, моя территория. Почему я не могу свою территорию расширить, а вашу судить? Правильно? Раз и поставил эту безразличную границу. Это получается некая величина. Это не такая величина, которая, так сказать, зафиксирована. Она может быть больше и меньше. Отсюда и такое понятие довольно смутно понимаемое даже вот и в математике высшей, как величины, переменная величина. А это что такое переменная величина? Что такое переменная величина? Это, так сказать, ну, величина, у которой нет никакого определенного значения. Может быть такое значение, может такое, может принимать значение. Но величина, есть величина, но она переменная. То есть уже тут, вот обратите внимание, что еще границы нет, но уже какая-то скользящая граница-то есть. То есть каждый раз некая величина. Она может и больше, а может быть и меньше. Но есть. То есть уже появляется некоторая граница. И, наконец, вот если вы берете эту величину какую-то определенную, которую вы взяли, вот эту единицу, и начинаете там рассматривать, так все точки на равных. Каждая, что значит, последняя, что ли, вот считается... вот эти границы. Или любая точка вот среди этих, любое число является такой же границей. Какая разница? Если у вас число 100, ну каждая единица этих 100 можно считать сотой. Правильно? Или нет? Величина. Ну вот 100, величина такая, сотня. Но каждая единица из этой сотни тоже сотая. Или одна, или все пронумерованы. Это первая, это вторая, это третья. А первая раз не является сотой. Почему вы решили, что надо считать вот так, а не вот так? Или не вот так? То есть безразлично, какую считать, каким номером. А поскольку вы вообще берете тут еще непрерывно все это, то тем более тут нельзя никакое-то число выделить и сказать, что вот оно только вот последнее, а эти все не годятся. Но есть такое понятие, как квант. Определенное количество, квант или градус. Более точно. Вот когда вы берете градусы, вот представьте себе градусник, то у вас вот это, которое внизу стоят, если сейчас плюс 3, то это не надо путать с плюс 2. И не надо путать с плюс 1. Они не на равных. Это нам не безразлично, вот какое тут будет. То есть это понятно, что шкала вот этого градусника дает возможность двигаться вниз на минус 30 и вверх на плюс 30. А вот не безразлично, где стоит. И вот именно последний из этих всех единиц выступает как градус. И тогда уже получается, что вот здесь есть некая граница, которая снимает. То есть здесь снимается безразличие границы, когда вы дошли до градуса. Снятие получается этого безразличия. Согласны? Вам безразлично, сколько сейчас градусов, Константин Константинович? Чего вы одели пальто? Вам же безразлично. Снимайте. Тепло, хорошо. Кому не безразлично? А мне особенно хорошо говорить, что вы снимаете, потому что у меня достаточно сейчас теплая одежда, поэтому я могу там, вам предлагать снимать и так далее. Меня это не затронет. То есть, вот появляется уже... некое отрицание этой безразличной границы. А что такое отрицание безразличной границы? Это небытие этой границы. А раз что такое небытие границы? Если небытие границы, значит граница имеет бытие. А раз это бытие, то это что? Давайте бытие рассмотрим отдельно, изолировано само по себе. Это что? Качество. А? Качество. Качество. Вот продвинутые люди. Ты сразу говоришь. Качество. Качество. То есть появляется вот оно качество. И вот Гегель начинает разыскивать это качество во всяких разных трудах, посвященных количеству. Где их брать? У математиков. И поэтому вот такой получается раздел для тех, кто не изучает, ну, не изучал высшую математику, или там, скажем, непосредственно на соответствующем в соответствующем учебном заведении, или на соответствующем факультете, или там физиков, или химиков, или каких-то специалистов по технике, у которых достаточно большой курс математики, они вот тут им будет трудновато это смотреть. Но если просто читать и следить за тем, о чем там идет речь, и подчеркивая все слова качества, то выясняется, что вот когда берутся какие-то два, вот у вас одно и много, это же два количества. Вот эти два количества находятся в определенном соотношении. Так если они, вот это соотношение одного и второго, одной величины и второй величины, это качественное уже отношение. Здесь это не безразличная граница. Как соотносится между собой одна и другая величина? И там разные варианты, у него специально потом разбирается, после всех многочисленных примечаний, специально разбирается прямое отношение, обратное отношение. Прямое отношение, когда вот есть, ну, скажем, грубо говоря, дробь. Есть числитель, есть знаменатель. Вы меняете числитель, меняете знаменатель, а дробь какая была, такая остается. Да можете их до бесконечности менять вверх или до бесконечности вниз, а величина остается. Значит, что-то сохраняется в этом. Показатель этот сохраняется. Или, если вы берете произведение двух величин, если вы задали величину, третья величина, а единая, полная величина, которая обладает свойством, что она может больше, больше, меньше, но вот она, эта величина, определенная, определенная. И вот эта определенность сохраняется тогда, когда один ноль увеличивается, а другой уменьшается, или наоборот. А эта величина остается неподвижной. А вот из этих двух величин одна получается ущербная. Одна как единица, а другая как многое. А можно другое многое зафиксировать, тогда ему, соответственно, подобрать единицу. Тогда она двигается безразлично. Но они не полные, а полные вот это их отношение. А отношение это уже вопрос не количества. Это уже вопрос, есть отношения, тут двух величин, есть отношение, есть оно. А то оно есть, это вот некое качество. И вот я внимательно сейчас пересмотрел все, что относится, или все, что написано про математические вещи, думаю, что все, что вот он говорит про обычные, такие простые функции, вполне применимо, во-первых, бесконечно малым и бесконечно большим, потому что бесконечно малая величина – это что такое? Но вот тогда еще не было такого строгого определения. Это такая величина, которая, говорят, стремится, сейчас говорят математики, стремится к пределу. К какому пределу? Бесконечно мало, к нулю. Что значит стремиться? Вот, значит, это значит, что нет такого отрезка, который она не перешла, сколь угодно малого. А если это сейчас говорить на языке строго математическом, то вот будет это, например, звучать так, что число А называется пределом последовательности xn, если для любого, сколь угодно малого числа ε найдется такое число, такое n большое, что для всех n маленьких больше n большого, xn минус а по абсолютной величине меньше ε. То есть я не думаю, что это более понятно, чем написано у Гегеля. Вот это. Но это более строго написано. То есть вот к тому времени, о котором писал Гегель, еще вот эти вещи были не очень разработаны, и строгости такой не было. Просто говорили, что стремиться к нулю. А что значит стремиться? Если я вот где-то остановился в этом процессе и дальше уже не пойду, тогда это не стремиться. Правильно? Стремиться — это когда нет такой вот величины, сколь угодно мало, которую мы не перешагнули. А если мы перешагиваем, так и не доходим, ну, допустим, вот взять, скажем, до нуля осталось 2 единицы. И вот начинается. Одна из единиц становится, уменьшается пополам, 1,5. Потом вместо 1,5, значит, еще вдвое вот эта половинка уменьшается. Еще 1/4, потом она еще раз вдвое, 1/8, потом 1/16. И она будет приближаться, куда будет приближаться? К единице от нуля, она будет все ближе к нулю. Но никогда ближе, чем единица, не будет. Поэтому некоторые люди думают, что если будет все время повышаться благосостояние у нас, то мы вот доживем. Да бесконечно можно повышать благосостояние вот по такой кривой. Оно никогда не будет больше вот этой величины. Поэтому если вы скажете, У нас буржуазия была поумнее, она бы лучше дурачила. Народ говорит, у нас все время повышается благосостояние, у нас зарплата все время растет. Немножко, все каждый раз меньше, меньше. То есть каждый раз, чтобы оставалось у вас вот до этой величины, которая называется асимптотой в математике, до этой прямой, то было 2, теперь 1, теперь половина осталась. Видите, все лучше живем. Четверть, 1/8, 1/6. И все время правительство, руководство страны думает о повышении благосостояния. И можно было совершенно спокойно, больше ничего не давать, денег никаких на это не тратить, а все. И пенсии будут все время расти, и зарплаты будут расти. Но для каждого своя есть асимптота. Красота. Ну, товарищи, так сказать, не любят они изучать Гегеля, потому что Гегель говорит о борьбе, а в борьбе буржуазии проиграет. Надо лучше говорить, давайте мы ему просто обманывать, чем будет какая-то борьба, из этой борьбы ничего хорошего. Если народ разберется и станет умнее, то он, так сказать, примет меры. Вот. Поэтому надо сказать, что вот, казалось бы, откатились от марксизма. Ну, марксизм же, он же противоположность этого самого немецкого идеализма, правильно? Противоположность гегельянцу. Значит, надо откатиться куда? Назад к Гегелю. Нет, от Гегеля дальше. Они откатились там каким-то мелким философом, субъективистом, которые, философия которых состоит в том, что вот я на вас смотрю, и вас на самом деле нет. А есть только я, потому что я от вас сигналы получаю через свои органы чувств, поэтому я могу считать, что есть только мои органы чувств, а вас нет, а я вас всех вижу во сне. Сейчас как раз у меня сон. И на столе чайник стоит, и очень можно чай пить, очень хороший сон, и тут товарищи все сидят, очень хорошо. И вы никогда меня не опровергнете, потому что вы начнете опровергать меня, Константин Константинович, а я вам скажу, все ваши опровержения у меня вот здесь, ваши. Их не вас-то нет, а вот здесь. И то, что я вижу, они-то вот на сетчатке у меня, а у вас нет. Как вы это опровергнете? Никак, потому что все ваши аргументы разбиваются о том, что нету, все же проходит, оно же не прямо в мозг проходит, через мои органы чувств. Значит, я обхожусь этими органами чувств, этого достаточно. И вообще есть один человек на земле, это я. Поэтому у Фихта, например, я и есть главная категория, я и все. И чего вы сюда пришли тогда? А я не знаю, чего вы пришли. Я-то знаю, чего я сюда пришел. Я-то есть один, а вы чего сюда пришли? А вы и не пришли, вас и нет. Чего это вы взяли, что пришли? Много о себе думаете, товарищ Шаусов. Короче говоря, вот, ну вот это мы сейчас наблюдаем, то есть всплеск субъективного идеализма идет. Значит, возвращаясь к тому, о чем мы говорим, значит, уже есть отношения. Вообще всякая функция математическая, это что такое? Y зависит от X. X величина, Y величина. Получается, что это можно как угодно X менять, безразличная граница, правильно? Величина, количество. Y уже нельзя безразлично менять. Нельзя безразлично менять. Если ваш x изменилось, то y, но тоже оно будет. Вам какой y нужен? Сейчас я подвину x, и будет y какой надо. То есть можно решать обратную задачу. А можно ставить задачу, вот y, подобрать x, если есть взаимно однозначное соответствие. Потому что есть взаимно однозначное соответствие между двумя множествами числовыми. Может быть только, вот, как говорят, отображение на. Функция в математике сейчас современно называется отображение. Если есть множество, скажем, А, отображается в множество Б. Но не все точки Б задействованы, а какие-то точки, например, одна, и все в нее и отображаются. Вот. То есть видно, что это, конечно, уже не чисто количественные моменты. Здесь есть некое третье вот это соотношение, отношение двух количеств, которые есть, а раз оно есть, это некое бытие, которое безразличность границы снимает, потому что вот это-то безразлично могут изменяться. Ну, одна-то полностью может изменяться, которая единица, а другая уже в зависимости от этого. А уж целая, то есть сама функция, она остается какая была. Она-то ничего от этих изменений не меняется. То есть ничего не меняется. Какая же безразличная граница, когда функция остается, если уж логарифм, то она остается логарифмом, какие бы вы не подставляли туда значение x, правильно? У вас значения будут разные каждый раз. Логарифм, скажем, e равен. Смотря какой логарифм. Натуральный. Если натуральный, то единица. Ну, сейчас натуральная нужна нам. Единица. И логарифм это есть только один натуральный. Все остальные не натуральные. Вот до чего дело дошло. Это я был на переподготовке в Москве. Нас по новым программам учили, когда я еще работал в ВПК Ленинградского университета, Санкт-Петербургского университета. И там у нас такой лектор читал лекции. Нас как бы натаскивали по математике в экономике. Я с интересом смотрел, потому что у меня диссертация кандидатская на эту тему написана была и защищена. Я смотрел, что он говорит. Он смотрел, пишет лог по основанию Е. Это интересно вы пишете. Вот нам, мы такого никогда не видано, не слыхано, чтобы писали лог. Уже, во-первых, не пишут основания, а пишут ЛН. Если это натуральный логарифм и основание число Е. Вот. Но я отвлекся. А Гегель много отвлекается. Я под впечатлением бывает. Скромно. Да. Один товарищ... Это вас оправдывает. Один товарищ Соголов, в такую ситуацию, когда попал, говорит, а что вы смеетесь? Я про Маркса говорил, Маркс тоже умный человек. Тоже? Так вот, значит, вот это вот отношение двух величин, оно же неизменным становится. То есть сама функция-то неизменная. Поэтому это вот то, что составляет качество. То есть вот качество, как это можно сказать, проступило, возникло в этом самом, в количестве. И вот из всего, что я прочитал, мне показалось, есть вот такое выражение у Гегеля, очень интересное, которое наиболее ярко выражает, что такое мера. Наиболее ярко говорит, что такое мера. Вот смотрите, что написано. Само это качественно. Это, у меня это в серенькой книжке «Наука логики», том 1, но это перед разделом «Прямое отношение». Страница перед пунктом А «Прямое отношение». Это все могут у себя найти, потому что это в другом месте нигде не найдешь. Это первый, том 1, «Учение об бытии», «Количество», «Прямое отношение». Вот перед прямым отношением в 3-м пункте написано. И, наконец... Вот он пишет, что единица выступает как простое самопродуцирование определенного количества. Определенного количества. Определенное количество – это количество с небытием, правильно? Определенное – это что? Определенность – это же отрицание. Определенное количество, то есть оно отрицается, это безразличие. А раз отрицается, то есть оно есть с отрицанием. А то, что есть с отрицанием, это что такое? Это определенное наличное бытие. Только у нас было определенное наличное бытие бесколичественное, а теперь оно у нас определенное наличное бытие, в котором есть количественная определенность. Вот что мы получили в результате этого вот движения в сфере количества. Мы не растеряли эти знания в определенном наличном бытии, а у нас определенное наличное бытие наполнилось еще и количественной определенностью. И количественная определенность, она же определенность, она тоже граница. То есть не только качество тождественно самому себе, как качество, поскольку она содержит в себе небытие, но она имеет и вот определенную величину, за пределы которой, если вы выйдете, то вы теряете это качество. Не надо переедать или не надо и вообще так худеть, как некоторые модели, так сказать, худели-худели и умерли от недоедания. Потому что для того, чтобы сохранить фигуру, нужно есть. Потому что если не будешь есть, фигуру не сохранишь. И это проверено. Значит, поэтому есть тоже тут определенные границы. И вот эта граница уже, то есть не только есть качественная граница, но и количественная граница этого определенного наличного бытия. Вот это вот единство или тождество простого качества и количественной границы, есть что? Мера. Меру надо знать. Дальше Гегель пишет, народы боготворят меру. И на эту тему чего только не написано. Что во всем нужна мера. То есть, если вы меру перешли, ну, пропало дело. Во всем. Вот застолье хорошее дело, правильно? Для не больше миллиона, да? Да. Ну, некоторые считают, что не меньше. Что как? Вот все хорошее. Вот хорошо тоже, так сказать, надо, так сказать, меньше спать, больше читать. Ну, это тоже, да, примерно. Было, человек читал, нет этого человека. Тоже тут надо меру знать. Во всем нужно знать меру. Вот, потому что, скажем, вот, есть нагрузка на здоровье, это тоже какая-то предполагает какую-то меру. Народы боготворят меру. То есть, что такое мера? Мера – это тождество, качество и количество. Буквально написано следующее. И, наконец, само это качественное, положенное в простом определении и как тождественное с определенным количеством, становится мерой. Не знаю, понятно я объяснил или нет. Я, например, по крайней мере... было понятно, да. А у меня такая задача. Ну так я должен поддерживать как-то авторитет Гегеля. Гегель понятно объяснил мне, вот я, как его друг и товарищ, вам это рассказываю. Вот просто я, скажем, можно сказать, это чуть-чуть больше, это изучаю уже, я не знаю, который раз. Вот у меня уже это не первая книжка, и вот если взять корешок, он не светлый, я бы сказал. А даже некоторые совсем даже темные. Особенно я некоторые уже и потерял. С 68-го года, по крайней мере, прошло 48, да? Ну, 47 лет. За 47 лет можно кое-что и понять. Вот. Но задача-то моя состоит не в том, чтобы каждый здесь присутствующий тоже 48 лет потратил. Потому что некоторые теоремы математические, которые там такие люди, как Лагранж и Штрасс и так далее, мучились и доказывали, потом поступают со студентами там, матмеха таким образом. Вот не это докажешь теорему и Штрасса, 2, зачет не получишь, выгоним тебя из университета. Не докажешь теорему, вот и Штрасса тоже выгоним и так далее. То есть все это потом сжимается. И когда идет развитие человечества, то, что достигалось одними столько лет, путем блужданий, а другими, это потом за более короткий срок. Я надеюсь, что товарищи, которые изучают вот, науку логики, они тут будут продвигаться гораздо быстрее. Товарищ Рубанов, например, из села Баева, Баевского района, вот я передаю ему привет, он уже доложил, что он изучил науку логики. Я думаю, что надо ему еще поизучать. Но, по крайней мере, он прочитал и многое понял. И из того, что он пишет, видно, что действительно это для него, значит, прошло не зря. Например, он тут недавно прислал такой материал о том, что никакого среднего класса нет, не быть не может, потому что классы делятся по положению в производстве. А когда вы берете эту вот мешанину, когда собирают каких-то высокоплачиваемых рабочих, мелких буржуа, потом, значит, каких-то маленьких буржуев, которых есть, используют наемный труд и даже эксплуатируют, но все равно им, как говорится, не жить. И вот из этой мешанины, или там, скажем, интеллигентов, профессоров туда зачисляют, короче говоря, получается некий средний класс, на который, как известно, разлагается все время, а на него нынешнее руководство, и неоднократно заявлялось, что мы на него опираемся. И даже вот есть такая опора России, это вроде как костыль России. Значит, опорно-двигательный аппарат. Вот вы на него опираетесь, а он расползается, потому что там собраны люди, или искусственно собраны, у которых прямо противоположные интересы, и ничего там общего нету, кроме одного – протеста. Потому что все не любят капитализм. Вот если бы капитализм не любили коммунисты, это было бы неудивительно. Но нет таких людей, нет таких слоев или классов, которые любили капитализм. Вы знаете, вот скажем, откройте «Эхо Москвы». Они возмущены действующим в России режимом. Возмущены. Так, те, кто имеет миллиарды, они возмущены тем, что они вместо 13 миллиардов получили только 10, да, и так далее. Но есть такие люди, которые довольны жизнью? Нету таких людей. Они все протестуют. А что такое протест? Вот мы все протестуем против этого. А когда мы спрашиваем, а вот сейчас как раз мы протестуем против метафизики, мы за диалектику. А потом, значит, когда спрашивают, а куда вы потом пойдете? А каждый пойдет с разной стороны. То есть из этого протеста мы протестуем против того, чтобы туда не идти. Из этого ничего не следует, куда мы на самом деле пойдем. То есть, когда единство складывается вокруг какой-то единой цели, какой-то идеи. А этой единой, вот в этом так называемом среднем классе никакой идеи нет. Кроме того, что мы протестуем. Нас бьют, мы протестуем. Нас бьют, мы сопротивляемся. Поэтому протестные действия или так называемое сопротивление. Вот пусть народ угнетает, он будет сопротивляться. И так всю жизнь будет сопротивляться, и так это все будет терпеть это вот, так сказать, этот самый эго-капитализм, если он будет только сопротивляться. Правильно? Что бы вы ни делали, я все равно буду сопротивляться. И что хорошего? То есть никакой позитивной задачи тут не стоит, а только одно. Мы будем сопротивляться. Ну, сопротивляйтесь. Даже когда заключенного ведут, он все время сопротивляется. Не видели, нет? Его так подталкивает, он сопротивляется. Вот смотрите. И, наконец, само это качественное, положенное в простом определении. Положенное в простом определении, то есть как качественное. И как тождественное с определенным количеством становится мером. Вот это обогащение. Вот обогащенное наше понимание наличного бытия. И определенного наличного бытия. Надо, если мы его берем, мы его берем с качественной границы, да? С определением. А тождество взялось. Что? Тождество там тождественное, что-то. А тождественное, потому что откуда выплыло это качество? Оно из количества же, поэтому и тождественно. Это же не со стороны принесли, не из капусты нашли этого ребенка, не в капусте сюда принесли, а это качество всплыло в количестве. Поэтому оно и тождественно. Правда, можно сказать, что это странно вам просто потому, что, скажем, вопрос, уже специальный вопрос о том, что такое тождество и что такое различие, это вопрос учения о сущности, второй книги. И там выясняется, что тождество – это тождество только различного. А различие – это различие тождественного. Поэтому, ну, что вас тут волнует? Вот мы с вами тождественны. Как что? Как люди. Можно сказать, мы разные люди. Но люди же, ну не кошки. Не так, что один кошка, а другой тигр. Тигр Амур и нет, в этом смысле все тождественные. Ну, так, а что такое это словоблудие какое-то получается? Это не словоблудие, а точно. Зачем это слово нужно здесь? А для тем, что нужно, что это тождество, что это некое единство различного. Тождество это что, по-вашему? Это единство различного. Что в единстве находится, что не просто качество само по себе равно, а количество само себе равно. А качество и количество, они это есть некое единое. Это же вот то, что здесь, когда я говорил о качественных моментах, чего я говорил? О качественных моментах количества. Так или не так? Вот вся речь, которая была сегодня, шла только о качественных моментах в количестве. А раз в количестве, то как раз вот этот вопрос, Кирилл Валерьевич, не должен был бы у вас возникать. Тут абсолютное количество... То, что они в единстве находятся, у меня не возникает никаких сомнений. Возникает. У меня возникают сомнения слова тождество. Слово тождество применяет везде, и там, где надо, и там, где не надо. Не объясняя пока, что такое тождество. Потому что тождество... Он вам потом объяснит. Нельзя все сразу объяснить. Дело в том, что и в этом сложность вообще изучения, и науки логики в том числе. Мы должны начать с... чисто бытия, но мы же, если не будем никакие слова употреблять, мы ничего не сможем изучать. То есть дальнейшее вот прояснение категории идет по порядку. И все равно мы не все категории проясним. Что в науке логики все категории, которые используют люди, проясняются? Нет. Но мы зато проясним постепенно. То есть полное прояснение категории тождества. Смотри, я думаю, вы прочитали уже учение о сущности. А что тогда вы спрашиваете? Это раз. Во-вторых, что сейчас мы делали? Скажите, пожалуйста. Мы изучали количество. Сегодня. Вот о чем была речь? У меня о чем была речь? Количество. О количестве. Поэтому все разговоры о качестве, которые возникли, они возникли где? В количестве. Раз они возникли в количестве, то есть это просто разные варианты количества. А раз это одно и то же количество, так это что вы будете спорить, что вот это качество, это же количественное качество. А это количество, которое равно самому себе. Но оно равно самому себе с границей количественной. А качество равно самому себе с качественной границей, как всякое качество. Вот и получается тогда, что вы перебрали какую-то количественную границу, то у вас и разрушилось качество. Если вы качество перебрали, или качественная граница у вас ушла, то, конечно, и количество пропадет. Вот вы поставили очень большую кастрюлю с супом, очень вкусным. И долго-долго она у вас стояла на плите. Так? И все выкипело. Все. Вот тогда вы увидите тождество, качество и количество. Нету ни того, ни качества, ни количества. Количество есть, но гари там и чего-то другого, но не супа. То есть с какой стороны подобраться к этому, вот, к тому, что представляет собой меру, а именно тождество качества, простого качества. Простое в том смысле, что мы отдельно о нем говорим, хотя оно не отдельно существует. Тут же подчеркнуто, почему говорится простое. что можно его рассматривать, но оно неотделимо же от количества, правильно? Почему? Это вот качество возникло в количестве. А раз оно возникло в количестве, что вот меньше всего мы должны были бы ожидать, товарищ Кирилл Валерьевич, что именно вы будете возражать против того, что это тождество. Потому что одно количество другому количеству тождественно. И как бы вы ни ставили вопрос, от этого вы никуда не уйдете. Количество количеству тождественно? Тождественно. Даже если вы не понимаете, что такое тождество до конца. Но кто будет спорить? Вот никто не будет спорить, что количество количеству тождественно. Но есть разное количество. Вот они как разные. Одно количество выступает как определенное количество, то есть как качество или как отношение. А другое количество выступает как некая величина, которую, если перейдешь, то разрушится и качество. Или не дойдешь до нее, то его и не будет, этого качества. И все. Поэтому насчет тождества тут сомнений не может быть. Вот то, что здесь мы говорим, вот я говорил не случайно, о снятости, о том, что всплывает или проступает эти категории. Это не так, что они опять кто-то принес и положил. Не принес и не положил. Они все вот продолжается развитие, как вы видите развитие там цветка. Вот раз и развернулся бутон розы. Или есть такие цветы, которые стоит горшок, значит, с этой землей, и что-то непонятное, несколько листьев из него торчит, и некрасивый целый год. Что вы его держите? А потом вдруг раз весной оттуда такая вот стрелка огромная, и такой красивый-красивый цветок развивается. Они тождественны или нет? Вот этот цветок, и вот, это, вот эти вот листья, и вот это все растение. Тождественно или нет? Тождественно. Так тождественно, что один и тот же цветок. А если он раз в году цветет, или вот есть декабрист, так называемый цветок, который в декабре цветает, это кактус. Вот он, этот кактус, невзрачные какие-то такие листочки, непонятно какие, что-то стоят на окне. Так чего вы держите такую ерунду? Ну-ка раз, вдруг обилие красных цветов красивых, наверное. Но это тот же самый кактус или нет? Кактус. Поэтому рассматриваю ваши нападки на тождество как не теоретически. Хоть вы и сказали, что это мутно. Оно для наших целей вполне достаточно. Мы правильно понимаем тождество как равенство. Что это все-таки одно и то же. Тут это одно и то же. Количество и количество. Мы наоборот будем сказать, ну и что, какое качество? Это количество и это количество. Почему так не поставили вопрос? Это я бы понимал, что ну что вы тут нам рассуждаете про качество, когда все это в количестве. Но это уже я от этого защитился, потому что тут уже пошло об отношениях. Одно есть единица, другое, так сказать, это численность. Одно из дискретное, другое непрерывное, эти функции. То есть все вот это вот, и вот за этим надо последить. То есть если вы читаете вот этот раздел и остальное другое, так сказать, не обязательно во все уж так вникать, есть надо читать глазами, но обратите внимание, где всплывает, где Гегель говорит о качестве. Потому что он блуждает по этой всей территории количества, а это территория математики. Не в том смысле, что это категория именно математики, это категория жизни, но это та категория жизни, которая изучает математику. Математика. А раз изучает математику, то именно через математику можно разобраться в этих самых категориях, которые тут есть. И можно через вот изучение этих математических произведений, что и сделал Гегель, решить некоторые вопросы движения качества и количества. Он к этому и подобрался, через это подобрался к мере, потому что мера так вот появляется, еще раз повторю. И, наконец, само это качественное, положенное в простом определении. И, как тождественное с определенным количеством, становится мерой. То есть она должна быть и в простом определении, просто качество. И как и тождественное с количеством, с определенным количеством, а не вообще с количеством, с определенным. Вот мера это не просто, значит, ведро так ведро. Это мера. Хотя можно насыпать и больше, а можно насыпать меньше. Но вы что-то меня не досыпали. Уж давайте, если мера ведро, так давайте до краев и наливайте. А если вы налили меньше, это не мера уже. Мера всегда это определенная, любая мера это определенное количество. Хотя количество безразлично, согласитесь. Килограмм. Ну что, нельзя было 1,5 кило сделать гирю? И взять ее за единицу можно было? И назвать ее, что-нибудь как-нибудь назвать? Полтораном. Полтораном. И полтораном все мерить. Или сейчас вот скажем, как начали делать. Килограмм у нас все было, а потом, значит, решили, а зачем народ травмировать тем, что мы будем цену повышать? Ну просто вес меньше будем давать. И появляется, значит, смотришь, сахарок 900 грамм, а потом сделают 800. И передачу не надо, чтобы не было этого. Если вы вот получили теперь за ту же цену 900 грамм, что раньше за килограмм, радуйтесь, вас спасает от диабета. А если вы масло подсолнечное, от ожирения вас, от холестерина спасает. Не обязательно уж так уж, обязательно 200-250 грамм. Обойдетесь и 200, а 180 тоже хорошо. А 180. Нормально 180 грамм. Я думаю, надо 100. 200. 100 надо. Соточка лучше. Соточка и ниже туда. И так далее. И это мы наблюдаем в нашей жизни. А это чем? А почему? А это потому что количество, безразличные границы. Ну, немножко поменьше. Что с вами произойдет, если меньше немножко съедите? Ничего. Не надо объедаться. Вот. Вот. Надо знать всю меру. Надо знать меру. А меру, говорит, мы знаем. Сколько намерим, столько денег получим. Зря. Сверх того, что мы раньше намечали. А вот набирать капитал, это как раз не имеет меры. Вот капитал строго идет как безразличное количество. Что такое капитал? Это самовозрастающая стоимость, не знающая границ. Поэтому люди темные думают, зачем ему столько миллиардов? И темные вы люди, это вы не можете съесть 3 обеда. 4, потому что вы все мерите, а зачем мне 6 костюмов или 12 пар ботинок? Хотя уже в советское время находили некоторые жулики, смотришь у них или взяточник, смотришь у них 300 коробок с шоколадными конфетами, уже их едят червяки. Сохранить. Зачем им столько было? Потому что они вот накапливали. То есть, если богатство берется как абстрактное богатство, как чистое количество, как самовозрастающая стоимость, капитал, то нет границ этому самовозрастанию. Не может быть много денег. Константин, денег может быть только мало с точки зрения капиталиста. А вот развивать, опять, с точки зрения развития человека тоже не может быть так, что вот вы уже всесторонне развиты и дальше не будут развиваться. Поэтому все должны радоваться, что вот, судя по тому, как мы вот изучаем, у нас есть возможность еще сильно и долго развиваться в ходе изучения науки логики Гегеля. Почему я всех и призываю. Вот. Прекрасно можно развиваться. Такое поле мы нашли, с которого быстро не убежишь. Его быстро не сожнешь, так сказать, все, что там вырастает. И все на пользу. И все понимают, что от этого польза во всех делах. Это отдельный разговор, но все, кто изучает науку логики, во всех своих делах, чем бы они ни занимали, имеют большие успехи, чем те, кто не изучает. А даже наоборот, а некоторые, которые не изучают на том месте, где надо бы это знать, они вообще становятся преступниками, можно сказать, почти политическими, которые должны были бы находились на таких постах, как руководство, скажем, Советского Союза, а вот науку логики они не знали. А раз они не знали, то не были марксистами. Они не были марксистами, не были коммунистами. А считались главными коммунистами. И по ним, так сказать, веревка плачет. По таким, как Горбачев. На этой красивой ноте решите закончить.